За 3 дня на территории области зарегистрировано 82 преступления, из них 14 краж личного имущества, 27 фактов мошенничества и 2 грабежа. Раскрыто 8 ранее совершенных преступлений. На дорогах области произошло 2 аварии, 2 человека получили телесные повреждения. Пресечено более 1500 нарушений правил дорожного движения, в том числе 17 фактов управления транспортом в состоянии опьянения. К примеру, 8 марта по улице Селиверстова была остановлена автомашина марки BMW под управлением 25-летнего водителя, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, вызванной употреблением каннабиоидов, будучи ранее лишенным права управления транспортным средством. Также 10 марта примерно в 6 часов утра по проспекту Алима-Лугулу за нарушение правил дорожного движения была остановлена автомашина марки Lexus 470. При проверке установлено, что водитель пожизненно лишен права управления транспортным средством за пьяное вождение. Также состояние водителя вызвало подозрение полицейских. Проведенная экспертиза показала, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. По обоим фактам проводятся следственные действия. Водители водворены в изолятор временного содержания. Транспортные средства поставлены на спецстоянку.